Меня зовут Барута. Барута Узумаки из селения Скрытого в Дожде. Я являюсь сыном нынешнего правителя Амигакуры, Наруто Узумаки и принцессы клана Хьюга Хинаты Хьюга. В данный момент мне лишь 11 лет, но у меня уже есть личная цель – стать шиноби таким же сильным, как и мой отец. Зачем и для чего? Чтобы защитить то, что мне дорого. Звучит, будто я пересмотрел кучку альтернативок с озвучкой бота, но такова моя правда. И именно сегодня я и моя мать отправляемся в деревню Скрытого Листа, с той целью, чтобы я стал генином деревни Скрытого Листа. Почему именно Коноха? Точный ответ я так и не узнал, но отец лишь говорил мне: «Ты должен быть там». Не знаю, что конкретно он имел в виду, но знаю лишь, что он всегда прав. Однако есть такие, как и дядя Яхика, что всегда говорил, мол, мои навыки даже на уровень с Чунином могут поравняться. Спасибо, конечно, за такое сравнение, но папа всегда просил меня не сравнивать с Чунинами, если вы понимаете, о чем я. Даже больше скажу, в деревне Дождя сам класс Чунинов попросту отсутствует, ввиду наличия их особенности умирать от одного куная. Ну, не суть. Ты пришел? Узнал что-либо? Да, мне даже оказали теплый прием. Как ты и говорил, меня встретил Страж Луны. Это были один из Оцуцуки и огромный краб. Кто вы и зачем сюда явились? Бумажный диск. Стихия воды, яростные волны. Стихия воды, водная пушка. Странно, но я ждал совсем не вас. Умри! Божественное расщепление! Путь лежит в лист. Помимо меня и матери, с нами также было еще парочка человек. Ну, точнее сказать, одна акула, одна кукла и один демон. Они что-то вроде охраны. Наверное. Честно говоря, со своей работой справлялись они на отлично. Кто бы не хотел поймать сына величайшего шиноби всех времен. Старое клише, при котором никто не учитывает, что батя может за секунду оказаться около меня и отрубить всем головы. Хотя... это не перебор? Это наша миссия. Условия защитить вас, а уж как ее выполнять, решаем мы сами. Примерно в таком духе, под злобные ухмылки, а затем под крики боли, отчаяния и мольбы о пощаде, мы в скором времени добрались в Конохагакуру Носату, оно же Конохакакуризата, расположенное в стране огня. Как одно из шиноби Рокудайгоку имеет Каге в качестве своего лидера, известного как Хокаге, которых в истории деревни было шестеро. Как и рассказывал отец, располагается глубоко внутри леса у подножья горы, известной как монумент Хокаге, на которой выгравированы лица всех, кто когда-либо занимал пост. На данный момент лидером деревни является Шикамару Нара. Рад видеть вас, Хината. Мы тоже, Шикамару-сан, поклонилась моя мать бывшему однокласснику, а после дала подзатыльник за то, чтобы поклонился я. С чего такие тонкости? Вы же не чужие люди. Вот ключи от квартиры, будете жить в ней. О, Шикадай, ты как раз мне нужен. Отведешь их и заодно покажешь своему новому знакомому деревню. Чё? Я всего лишь обед тебе принести собирался. Вот же геморрой. Отлично. Самое главное, свиток у нас.
Я доставлю его в Коноху нашей команде по расшифровке. Согласен с тобой. Эти сведения явно помогут нам в будущей борьбе с врагом. Как-то. Я немедленно доложусь главе. А-а-а, нехорошо воровать чужое. Лучше верните по-хорошему. О, Риннеган. Интересный глаз. Исходя из доклада Наруто и Неджи, этот умеет возвращаться в прошлое на короткий промежуток, выбирая тем самым для себя лучший исход. Нужно попытаться обездвижить его. Баншо Тэнин! Хм, значит, ты сын того самого легендарного шиноби? Ну, типа того. Узумаки Наруто, да? Его сила настолько велика, что даже пятерка Каги может с ним не справиться. Ходят слухи, что на последней мировой войне он даже был какое-то время абсолютно бессмертен и находился на всех полях боя одновременно. Так и есть. И на моей памяти существует лишь один человек, что равен ему по силе. Ха-ха-ха-ха! Умрите! Баншо Тэнин! Остановил метеорит одним движением руки? Чидори! Ты об Учихи Саске? Что это? Объявлена тревога. Давненько такого не было. Пора бы нам с тобой пойти по домам. Что? Метеориты средь бела дня? Хм. Опасные техники. Однако, по всей видимости, их сила не вечна. Но я чувствую, что девятая часть древа Шинджу на высокой скорости стремится сюда. И если это тот, о ком говорили старшие, против них одному мне не выстоять. Веселитесь без меня, Даттебайо. Значит, это и есть нашего Цуцуки Ураши. С ним нужно быть всегда начеку. Давайте покончим с ним по-быстрому, а то у меня еще куча бумажной волокиты. Тоже Риннеган. Значит, ты и есть девятихвостый демон лис. Мать твою, почему у каждого ануса есть эти долбаные глаза? Еще увидимся. Совсем скоро. Черт! В его измерение попасть не получится. Он ушел. Видимо, понял, что с нами всеми ему справиться не удастся. Мы успели отправить призывную змею Саске для Хокаге. Там зашифрованный свиток, прямиком из храма Оцуцуки Кагуи. Отлично. Я уверен, Шикамару быстро с этим справится. Апчхуй! Ё-моё, говорила мне мама, шапку надевай. Теперь сиди и гадай, вспоминает тебя кто-то или коронавирус подхватил. Вот же геморрой. Ах. Тебе обязательно нужно было меня провожать. Если бы этот день не был днем распределения команд, ты бы и вовсе никуда не пошел. Все же, только вчера вечером была объявлена военная тревога. Да, подумаешь, метеорит упал. Отец бы сказал что-то на такое вроде «Да я в такую погоду загорал!» Да ты будто его теневой клон в такие-то моменты. Узумаки и Боруто, полагаю? Да. А вы? Шинобураме. Твой учитель в этот первый и последний день. За мной прошу тебя идти. Я Сарада Учиха. А меня ты уже знаешь, Боруто. Простите за опоздание. Кондуктор сдачу дать не мог. Пришлось Каспи Голдом платить. Вы, я так понимаю, новая команда номер 7? Так точно. Я проверю, достойны ли вы носить звание Генина. Проведем некий тест на выживание. Кто бы мог подумать? О чем вы? Мы только что закончили экзамен и доказали, что мы шиноби. Показав пару техники из десяток списанных тестов, не будем тянуть Биджу за хвост и начнем. Прямо сейчас. Вызывал? Ах, как камень с плеч. Когда ко мне обращается кто-то на «ты», свободен? Ну, смотря сколько заплатишь. Расшифровочная команда Листа прислала результаты. Мы узнали многое, но то, что важно сейчас, под старым полигоном под номером 13 находится тайная база организации Кары, что заведует один из Оцуцуки. База скрыта за барьером. Я отправлял туда группу из 5 джоунинов, но ни один не вернулся. И так как смертные могут закончиться, ты решил попробовать отправить туда бессмертного? Уничтожь там все живое, сравняй этот полигон с землей.
Это по мне. Я берусь за дело. Бесплатно. Следующие 20 минут ты будешь получать урон от 200 кунай. Следующие 20 часов ты будешь получать урон от 2000 кунай. Основы шиноби номер 2 – гиндзюцу. Согласно теории, чтобы развеять гиндзюцу, кто-то должен влить в меня свою чакру. С Монгёко Шарингеном такой фокус не сработает. Но что, если я сделаю это с помощью сэндзюцу? Это, конечно, не то, чего я добивался, но... Ты прошел. Благодарю, Какаши-сенсей. Но что делать с ними? Если я добавлю в них сенчакру, то они умрут. Ты слишком быстро освободился, даже не успев объединиться с командой. Посмотрим, как поступят ребята. Мицуки уже смог освободиться. А теперь? Кто же из вас сделает это первым? Помните условия, только двое останутся генинами, а третий вернется в академию. Ха, как и ожидалось от Мицуки. Давай, Боруто! Гиндзюцу, Шаринган! Гиоган, изменение судьбы! Эй, а за белокожих нынче по сколько на рынке дают? Вторженец, уничтожить! Ха, разве это молния? Вот это молния! Глупости? Я же в маске. Вы что, про коронавирус ничего не слышали? Ты! Ты же... Не может быть! Бора? 100 лет тебя не видел? Ха, буквально. А ты не изменился? На себя посмотри, все такой же урод. Стиль лавы, лавовые пули. Стиль огня, огненный шторм. Стиль ветра, ветряной шторм. Рассеянный склероз от старости получил. Ниндзюцу на меня не действует. Да ну! Атомное расщепление. Надо... Мозака. Попрощайтесь с жирным, его больше не существует. А теперь... Миссия выполнена. Ну так, что думаешь о Сараде? Отец рассказывал, что Сарада неплохо проявила себя в инциденте с Шином Учихой и в экзамене Какаши-сенсея. Джоган показал мне, что у нее нет скрытых помыслов. Она действительно хочет работать в команде, так что все на мази. Это не так просто, как казалось вначале. Я и не обещал, что будет просто. Да знаю я. Я и не собираюсь отступать. И это все? Ну, можно было и похвалить. За что? За очевидный результат? Даю тебе неделю на то, чтобы отточить технику до среднего уровня. Через 2 месяца экзамен на Чунина. Ты должна быть во всеоружии, Сарада. Ты не думаешь, что чунин экзамен это слишком рановато для нас? Ты будущая глава клана, от тебя будет зависеть благополучие всей деревни. Такие экзамены должны быть сущим пустяком. Нужно стремиться к большему. Так и пролетели 2 месяца. Кто-то провел их на миссии. Кто-то вел поиск следов будущей угрозы. А кто-то просто раздавал пиздюлей всем подряд. Через 15 минут стартует первый этап самого отстойного экзамена всей эпохи Шиноби, название Чунина. Не переключайтесь. Давайте, Мицуки, Боруто, покажем нашим отцам, на что мы способны.
Окей. Эй, каноховские придурки, лучше отдавайте ваш флаг без боя. Попробуй отбери. Стиль воды. Водная стена. Музыка! Он использует воду, когда воды рядом вообще нет! Чидори! Неужто моя помощь не понадобится? Я все понял. Раз все так, скажу без сожаления. Я горд за своего Джинчурики и за своего друга. Взаимно. Скоро болезнь мудреца возьмет надо мной вверх. Я знаю, что произойдет совсем скоро, но не знаю, что будет дальше. Но я верю, что все, чего мы с тобой достигли, не пропадет даром. Наши друзья, наше новое поколение заменит меня, а мир сохранит стабильность. Я верю в это. Осталось совсем немного, поэтому до битвы хотел сказать тебе спасибо за все и попрощаться. Хм, ты безумец, каких еще только поискать. Обещаю, что пригляжу за всем тем, что ты натворил. Как только возрожусь заново. Новое поколение. Шаннара! Что это? Значит, вот как все обернулось. Лидер решил защитить всех, а после... Нагата. А теперь еще и Наруто. Эти проклятые глаза. Стиль воды, техника акулы-бомбы. Нужно отвлечь рыболова от этих двоих. Конан, вперед. Нет, ты остаешься здесь. Думаю, я лучше подхожу на эту роль. Так сказать, не дам рыболову поймать акулу на крючок. Дерзишь, как обычно. Уже полсотни погибших. Хакаги сама, надо отступать. Стоять до последнего, все идет по плану. Черт, надеюсь, ты знаешь, что делаешь, друг мой. Кара. Видимо, Ишики не стал рассказывать своему клану о моем истинном местоположении. А вот вы в курсе, как я понял. Не знаю, откуда тебе известна эта информация, но... Это не важно. Вам конец. Отец! Перед тем, как все закончится, я уничтожу вас. Так просто, одним ударом. Ну а теперь ты, Мамашикио Цуцуки. Сволочь! Инукай Такеру на Микото! Прости, Баруто. Рине тенсей но дзюцу. Пора. На этом моя глава подходит к концу. Но начинается новое. Неплохо получилось. Если желаешь идеальное будущее, ты должен отдать соответствующую цену. К сожалению, болезнь мудреца все-таки взяла верх. И это все, что я могу показать вам, друзья.
Курама! Хм, вот значит, где вы заныкались. А мы специально оставили внутри тебя свою чакру, чтобы ты смог позже встретиться с нами. Но ты так и не пришел. Зато вы смогли все увидеть своими глазами. Теперь я могу воссоединиться с вами и упокоиться в том мире. Я горжусь тобой, Наруто. Сколько времени прошло с момента моей смерти? Хочется узнать, как история пошла дальше. Я могу рассказать тебе все, но это будет долго и нудно. Лучше присядь, Нагата. Огромная водная тюрьма! Тяжело сдвинуться! Давай, Сасори! Железный песок, что замедляет мое передвижение в воде! Сильно, но такое меня долго не удержит. Стиль воды, водные пули! Ха-ха-ха! Даже если я не могу уклониться, я все равно вижу ваши атаки. Мои глаза смотрят в будущее. Все пошло по плану. Видимо, ты пару-тройку раз посмотрел на свое будущее, и у тебя кончился кислород. Сволочи! Черт! Гендюцу? Я ведь даже не смотрел ему в глаза! Вот оно что! Так вы изначально знали, как меня победить! Да и не только меня! Эта информация будет полезна для Ишики! Ха-ха-ха-ха! Твою мать! Надо любой ценой не дать ему уйти! Значит, он только прикидывается дурачком, а на самом деле... Нужно защитить информацию. Что? Воспоминания прекратились? Он откусил себе язык, чтобы вышвырнуть меня из своего сознания. Невероятно. Нужно выбираться, иначе я могу задохнуться. Итачи-сан. Видимо, это мой конец. В итоге я не такой уж и плохой человек, в конце-то концов. Это стоило того, чтобы прожить такую безумную жизнь. Наруто-кун, надеюсь, все, ради чего мы столь долго сражались, сбудется. Я до конца верил твоим убеждениям, а сейчас стою перед смертью, гордо готовясь принять все наказания за совершенные грехи. Черт побери, это было воистину красиво. Покойся с миром, друг мой. Кисаме! Кисаме! Что ты сразу орешь, Наруто-кун? Идем с нами! Итачи-сан, даже вы здесь? Ха, видимо, время пришло. Прощайте. Давненько мы не собирались вместе. Наруто мертв. Все, как и было задумано изначально. Ясно. Теперь мне придется встать во главенство селения Дождя. Кисаме также отдал свою жизнь. Благодаря нему мы избавились еще от одного от Цуцуки. Их жертвы не будут напрасны. Кстати говоря, я уже начал эксперименты над образцами, что достал для меня Саски-кун. Ха-ха-ха-ха. О чем он говорит, Саски? Надеюсь, ты ничего не натворил? Как бы сказать покороче. Парой часами ранее я кое-куда сходил. И это не совсем входило в наш план. Как ты меня нашел? Глупый вопрос. Я здесь, чтобы все уничтожить. Остановить его! Инукай Такера на Микото! Умрите, Аматерасу!
Ты и сам понимаешь, что ты один из немногих, кто равен с ними по силе. Я польщен слышать это от самого главы корня Анбу. Но сейчас вы говорите это так, будто у меня есть выбор, соглашаться или нет. Скорее, дело не в том, что у вас нет выбора, но в том, что вы в любом случае согласитесь на наши условия. Стиль воды. Водная пушка. Бесполезно, змеёныш. Любые твои техники смогу я поглотить в два счета. Другого я не ожидал от внутреннего агента самой организации Кара. Конечно, я не мастер в области тайдзюцу, однако в любой ситуации можно найти альтернативу. Кучиёсе, это тенсей но дзюцу! Это же... Ты! Ого, ты ее знаешь? Кто ты такая? Это опасно! Одна, с мастером тайдзюцу я справиться не смогу. Нужно вызвать... Ваша любимая, Асаку-джаку! Идиот! Я поглощаю любые атаки ниндзюцу! Что? Я не могу поглотить технику! Это не чакра, это сжатый воздух! А теперь... Джироба, стиль земли, разлом почвы. Вишенка на торте. Арачимару-сама, поглощение санина. Чёртовы коноховцы! Этот процесс займет какое-то время, нужно его остановить! Стиль ветра, буйный ветер! Арачимару-сама, техника призыва, врата Рашамона. Какая мерзость! Что? Он остановил эту атаку? Чёдама, Разенган! Джирая сама. Арачимару попросил приглядеть за тобой одним глазом. Не отвлекайся, я разберусь с ним. Выполняй свою задачу. Ночной Гай! Невероятно. Даже под этот тенсей его конечности после восьми врат не восстанавливаются. Как же вы меня достали. Хватит. Пора уже все это закончить. Плохо дело. Но ведь так просто уничтожить главного члена Оуцуцу Кимомошики невозможно. Это может сделать только обладатель Джогана, то есть только Боруто под силу это сделать. И ты, как его друг, должен быть всегда рядом, чтобы помочь ему. Но в случае чего убить его до того, как Момошики возродится в его теле. Сын Хокаге погибнет первым. Глупо, дитя. Это... что еще за тодзюцу? Тебе конец. Что за... Как ты это сделал? Я немного усовершенствовал свое камуи. А, сволочь! Да как ты посмел? Ребята, как же так? Этого просто не может быть! Отлично. Твой глаз послужит хорошей заменой моему. А теперь, хоть девятихвостый и мертв, я чувствую быстро приближающуюся чакру остальных хвостатых с севера. Пора приручить всех зверушек. Мицки, Боруто, пожалуйста, не подведите. Изанаги!
А ты быстро нашел меня? Значит, вот в каком теле ты переродился. Девятихвостый лис. Это не важно. Мы с Наруто придумали 11 планов, которые смогут тебя остановить. Тебе не победить. Твоя связь с остальными членами Кары разорвана. В данный момент ты остался один. И как я вижу, ты лишился своего правого глаза. А значит, сбежать ты также не сможешь. Чёртовы шавки. Он успел призвать своего десятихвостого перед смертью? Нет. Скорее, что сам десятихвостый вырвался из него после смерти, среагировав на наши с вами чакры. Надо его запечатать, пока он не обрел истинную форму. Действуем по плану. Погнали! Стрела Индры. Самая мощная техника в моем арсенале. Вместе с хвостатыми мы должны его одолеть. Печать Бога Смерти! Все сработало идеально. Сарада? Да. Спасибо. Значит, ты все же решился пойти против меня, а, Боруто? Если ты проиграешь, то я захвачу твое тело. Я не собираюсь проигрывать, ведь со мной рядом мои друзья. Боруто единственный, кому предначертано судьбой победить тебя и завладеть твоей силой. А я здесь для того, чтобы помочь им, как его друг и товарищ по команде. Значит, умереть всем вместе, это тоже считается командной работой. Покажите, на что вы способны, детишки. Против него нельзя использовать ниндзюцу. Что значит, что против него помогут лишь мои глаза, твое сендзюцу и наши тайдзюцу? Вперед! Ага.
Похоже, они справились и без нас. Не забывай, что остались и другие члены кармы. Нужно уничтожить всех до единого. Знаю. Наверное, эта история получилась не совсем обо мне. Скорее, о моих друзьях, что помогали мне в трудные минуты. О близких, что отдали жизнь за наше счастливое будущее. Об учителях, что сделали из нас настоящих ниндзя. И хоть главное зло было повержено, на земле всегда будут оставаться те, кто попытаются нарушить наш баланс сил, отнять у нас наше мирное время. Именно поэтому нам надо становиться сильнее, чтобы защитить то, что нам дорого. Я Боруто Узумаки, и моя история только начинается. Пожалуйста, присмотри за ними. Можешь положиться на меня.
Хе-хе. Ну, ребятки, надеюсь, вы меня повеселите.